звуки серебряных труб. По дороге возник еще интересный разговор. Тему задал, как обычно, юный потомок царя Соломона. Меня восхищает, как Моисею удалось четко организовать передвижение огромного количества людей. Ты прав, мой друг. Даже по приблизительным подсчетам их было несколько миллионов. Секрет прост. Великий вождь Моисей всегда исполнял то, что говорил ему Всевышний. Описано 42 стоянки в пустыне. На одной из них евреи прожили 19 лет. Продолжая путь, упорно переставляя ноги, вязнущие в песках. Неожиданно мы слышим отзвуки сигналов труб. Что это? Мираж? Или это подсказка истории? Мы завороженно прислушиваемся. Знаешь, Соломон, я читала, что управлять движением людей Моисею помогали звуки серебряных труб. Прерывистые звуки двух труб означали начало похода. Их протяжные звуки были знаком к сбору общины у шатра собрания. А вождей 12 колен еврейского народа призывали протяжные звуками одной трубы. Мальчик задорно изобразил все звуковые сигналы серебряных труб Моисея. Эта музыкальная импровизация разнеслась далеко вокруг. Эхо постепенно тонуло в бескрайних песках пустыни Синай. Прикосновение вечности. Друзья, и по сложившейся у нас традиции, я сегодня демонстрирую вам еще одну картину из серии «Синай». Синай, который полон божественных чудес. Меня зовут Яэль Коэн. Я вновь приглашаю вас на авторское чтение книги «Это Синай». Детка. До новых встреч!